Итак, друзья, всем привет! Вы снова на канале Роли Гейм Онлайн, очевидно, и смотрите очередное прохождение по модификации Westeros Total War. Итак, мы, собственно, продолжаем. Мы остановились на том, что высадились в земли Королевской Гавани, Королевские земли, к Баратеонам. И у нас задача теперь выбрать наиболее благоприятную дислокацию для нашей высадки. Перед тем, как проходить, кстати, поздравляю всех, кто смотрел сериал. Сегодня на момент записи вышла седьмая серия седьмого сезона, заключительная в этом сезоне. Кто не видел, зацените, спойлерить я не буду, поэтому лучше как-нибудь сами. Серия длинная, где-то 1:20, очень-очень-очень классная. Так что бегом смотреть после того, конечно, как вы просмотрите данное прохождение. Итак, как я уже и говорил, высаживаться, скорее всего, я буду либо в долине Аронов, либо плыть к Тиролам, не знаю. Вот я не знаю, что нам делать, если честно. Ну ладно, о чем мы тут мусолим, собственно. Я думаю, что мы можем особо не заморачиваться и высадиться у Аронов. Так, здесь у нас, значит, наемники младшие сыны и золотая компания будут. Так. Безупречных мы отдадим Мормонту, вернее, Баристану. Соединим его с Мормонтом и загрузим в корабль. Так, двигаться пока не будем, потому что корабль Дейенерис почему-то не хочет плавать. Если я... Да, не будет он плыть, поэтому мы пока постоим здесь все вместе. Сдаем ход. О, блин, даже не знаю, к Аронам что ли высадиться, или к Баратеонам, к Ренли, или к Тиролам, или может Дорн вообще, по Дорну ударить, по Мартеллам, у них вроде как не так уж и много воинов. Но они наши союзники, как-то неудобно будет. А с другой стороны, в Игре Престолов либо погибают, либо выигрывают, правильно? Серсея вроде так говорила. Поэтому, может, все-таки на Дорн напасть? На Мартеллов? А почему бы и нет? Мне кажется, это хорошая идея. Только вот этих вот уродов отгоним. Да, я думаю, мы нападем на Дорн. Так. Вот этот товарищ мне не нравится. Этот тоже не нравится, но его трогать не будем. Вот мне интересно. Во время битвы на кораблях, если у меня в кораблях армия, мы несем какие-нибудь потери? Потому что... Нет, по-моему, только флотский состав несет потери, но армия не страдает. Так. Угу, вы не можете, значит, вы стоите тут. Братство без знамен с Баратеонами. Отличный капитан. Ухудшение отношений. Эйгон, новый наследник. Отлично. Сдаем ход. Надеюсь, пока я буду плыть к Мартеллам, мы не уйдем в слишком большой минус. Кстати,
Сейчас я вам покажу казну нашу, какие у нас там итоги, какие ожидаемые прогнозы, и вы сами все увидите. Может, по-быстрому вот это острие взять? Нет, лучше островные города брать, мне кажется. Потому что будут приходить, отбивать и так далее. Ну, так, ожидаемая прибыль минус 15414, друзья мои. То есть... Ага, планируемая казна минус 6574. То есть у меня около 2000 в следующем ходу останется, и на третий ход я уже начну уходить в минус. Выплаты, содержание армии 14000. Это с флотом, интересно? Скорее всего, да. Казна правителя вообще, блин, никчемная. 1000 золотых драконов. Так. Угу. Давайте двинем армию. Еще. Тут у нас есть город? Должен быть. Мне кажется, должен быть город. Давайте посмотрим поближе. Да. Но, блин, здесь армия. Может быть, наемников нанять, пока у нас есть деньги. Все равно мы в минус будем уходить. Так, у нас место есть? Раз, два, три, четыре, пять. Один отряд. Ну ладно, хоть один. И то хорошо. Так. Три. Два. А чё это баратеон из драконьего камня? Там хорошо стали относиться. Наверное, радуется то, что мы уплыли. Ну ничего, это ненадолго. А может и надолго. Не знаю. Посмотрим. А, или это из-за того, что мы высадились и наняли наемников, а у нас типа были отношения великолепные или что-то там, что-то в этом роде, и типа ухудшились на хорошие. Может быть так. Эйгона я пока женить не буду, я хочу... заключить с каким-нибудь домом династический союз. Посмотрим, получится или нет. Когда у нас будет посол, конечно. Так, Ланнистеры с Мартеллами. Это радует. Он же у нас не женат. Да. Сколько ему? 18 лет. Дейенерис 17. Нифига себе. Так, так, так. Вперед. Разведчики. Так, пожалуй, вот здесь остановись. Сколько там людей? Так, 5 отрядов. Плюс. Где город? 7 отрядов, да? Да ладно, не стоит, наверное, заморачиваться. Мы уже почти на месте. Хоп, хоп. Хоп. О, вот этот город я бы забрал. Сразу же. Сколько? Один отряд. Каких-нибудь пару бомжей скинуть. Нет, тракийцев не будем трогать. Вот этот отряд можно... А может здесь и наемников можно нанять? Блин, у меня 4000 есть, как бы. Давайте проверим. Дейенерис.
Нельзя. Ну ладно. На следующий ход, я так понимаю, у меня ничего не останется. Блин. Старая крепость будет нашим первым оплотом. Предадим союзников. Да, я так решил. Если они нас предают, почему мы не можем? Все-таки это Игра престолов, можно предавать. Почему бы и нет? Мы же не за Старков играем. Захватить 3 башни, получим лучших воинов в мире. Я знаю, каких воинов они нам дадут. Они нам дадут обоссанные галеры, которые нам вообще не уперлись никак. Так. Блин. Давай вот сюда. Раз, два. Вышли. Вышли. Вы сюда. Надеюсь, он не будет нанимать войска, когда я его буду держать в осаде. Потому что я заметил, некоторые так и делают. То есть, ты берешь город в осаду, а там потихоньку армия все нарастает и нарастает. Так, этот может прям сюда высадиться, а этот не может, да? А, вот тут уже и никого нет. Так, возьмем сразу блокаду, наверное. Поближе сюда. Вот так. Дейнерис, теперь Дейнерис. Блин, не хочу я рисковать. Но зато она может подержать в осаде пару ходов. Вернее, ход как раз создадутся осадные орудия, и мы закинем им просто отряд какой-нибудь. Да, наверное, так и сделано. И вот сюда отплываешь. Так. Извините, ребята. Это чистый бизнес. Так, трех отрядов, я думаю, не будет достаточно. Сюда и сюда. Давайте посмотрим, что у нас здесь. Да, пустые города, как я и планировал. Прогнозировал, вернее. То есть по 3, по 2 отряда это вообще ни о чем. А здесь, напоминаю вам, вот здесь, по-моему, крепость какая-то. Вот здесь. И вот здесь, по-моему. То есть отсюда вообще зайти нельзя. Отсюда могут, но они наткнутся на крепость. И отсюда могут они тоже наткнуться на крепость. Все, больше никаких входов в Дорн как бы не существует. Единственное, только морем. Плюс, опять же, отсюда будет хороший плацдарм, чтобы высаживаться на этого Ренли Баратеона. Когда мы встанем на ноги хотя бы чуть-чуть. Так, дипломатические сведения. Братство без знамен с Ренли. Король Джоффри с Мартеллами. Отлично. Ланнистеры у нас в топе пока держатся. По всем показателям. По финансам, по армии, по населению, по производству. Так, сдаем ход. Видите, уже 524. Минус 524. Все, началось. Началось экономическое падение нашей неокрепшей, хрупкой империи. Но я думаю, мы справимся. Мы должны справиться, по крайней мере.
Ой-ой-ой, в солнечном копье, что происходит? Резко так. Что это? Откуда? Откуда? Как это произошло, я не понимаю. Почему вы двигаться не можете? А, нет, могут. Так. Это меня не радует совсем. Вот сюда. Три отряда, да? Раз, два, три. Хотя, может быть, ей всех этих отдам. Младших сынов. Так, просто стойте рядом. И вы тоже. Вот здесь что произошло? Раз, два, три, четыре, пять. Вышел зайчик погулять. Это меня огорчает. Они же нам наваляют. 2-1-9. 2-1-12. 4-2-13. Неизвестно, неизвестно. А у нас... У нас херня, наверное. 8-2-10 и 7-3-17. Но единственное спасение — это наемные присяжные мечи. Ай, блин. Да, нужно подмогу отправлять. Ладно, если что, снимем осаду. Я думаю, они не будут на нас агриться. Давайте на всякий случай поставим вот сюда корабль. И не один, а два. Чтоб, если что, можно было их спасти. Так, сдаем ход. Блин, это мне не нравится, очень не нравится. Почему это вот так просто с воздуха в городах начали появляться солдаты? Там же всего по три, по четыре, три отряда, по-моему, сидело, вот, дар богов. И за один ход стало сколько? Сейчас надо посмотреть. Ой-ой-ой, в солнечном копье, посмотрите. Ну как, что это за читерство? Это же... Ой, блин. Вторжение называется. Ну как так? Ну ладно, это говно. Ну вот это 4-1-17. Откуда здесь вообще появилось? 9-4-16. Вот эти тоже, наверное, непростые ребята. То есть 4 отряда просто за один ход? Да я не верю. Странно как-то. Мартелла великолепная. Да, это радует. Что великолепные. Пока никто не идет. Расклад сил. Автобоем взять или все-таки... Так, а что у нас по осадным орудиям? Только тараны? Да, только тараны. Семь ходов до сдачи. Здесь два. Блин, может быть, все-таки два хода они еще поддержат, и они сдадутся. Но здесь определенно брать надо. Мы так будем долго сидеть и будем уходить в минус. Так. Перекинуть войска, что... А, нельзя. Была, не была. Так.
Сохранимся. Honor and glory await England, men. Attack!